Здравствуйте, друзья! Сегодня достаточно насыщенный день в континентальной хоккейной лиге. И вот один из матчей пройдет здесь, в Магнитогорске, где «Металлург» будет принимать «Сибирь». Это значит, что в матче принимают участие команды Восточной конференции. Мазякин. Паршин. Здорово, красиво разворачивается Паршин. И бросок-гол. Бросок-гол. Это Денис Паршин открывает счет в матче. Там каким-то образом все-таки попал в ворот, потому что, по-моему, случился то ли рикошет, то ли Сятери просто не намертво поймал. Я думаю, что Николай Заворокин сейчас предъявляет претензии. Наверное, там 2 секунды прошло где-то. Как-то совсем не опасно. Подбор за Мазякиным. Матушкин. Мазякин сменился. Паршин еще на площадке. Пас под ворот. Тут Николай Кулемин. Гол. Кулемин забивает и реализует большинство. Вот так вот развернулся. И низом в дальний пал. Расмуссен. В ассистентах. Ну тут попал, конечно, Кулемин. Но знаете, вот это, наверное, хоккейная мышечная память. А Юстав. Вот он. А вот это выход 1-1. Смотрим. Яковлев. Есть заброшенная шайба. Алексей Яковлев неожиданно выскочил из-за спин своих, точнее, не своих даже, а всех скорее игроков. И оказался прямо перед воротами Кошечкина. Яковлев одну шайбу отыгрывает. Вот так это случилось. Обыграл Кошечкина, показал вправо-влево. Я бы сказал, что Александр Логинов получил 2 минуты за подножку. Зякен вошел. Переглазов. Пока сумбурно, но в итоге доезжают до ворот Магнитогорца. Там шайба выскакивает на пятак. Но... Вот тут, смотрите, она выскакивает на пятак. Вот так неожиданно. Паршин, Любимов. Первый подбирает. Тут Кулемин под воротами. Он уже оттуда забивал. Козун по какой-то причине не смог обработать передачу. Здесь гол. Яковлев. Яковлев ставит клюшку. Магнитка забрасывает третью. Виктор Антипин от синей линии. Низом специально, думаю. Вот тут, кстати, Сибирь не смогла вывести шайбу из зоны. Молодец Антипин. Ну и вот, да, конечно, Антипин прям в крюк. Яковлев прям специально ехал уже. Вот, показывал. Сюда. Коробкин. Егор понимает, что надо подержать шайбу. Ух ты! Вот это да! Тимкин! 4-1. Я думаю, что в этом матче теперь уже все понятно. Красавец. Тимкина, кстати, первая шайба в сезоне.